началось все очень интересно. Мы просто с друзьями собрались в парке, в Центральном парке, и на небольшом полотне запустили фильм, и для всех желающих показывали фильм. Это был фильм про войну. Вот. И эта идея, она настолько откликнулась в сердцах и в душах людей, что люди стали собираться больше. Мы организовали несколько групп в разных соцсетях, и сейчас у нас несколько тысяч человек, несколько тысяч подписчиков, которые каждый раз голосуют, комментируют. Кино, конечно, кино будет, по-моему, в 22:30, если не ошибаюсь, начнется сеанс. Тоже планируем остаться до конца и досмотреть фильм. Нет, мы первый раз, на самом деле. Ну вот мы подготовились, у нас пледы с собой, зонтик. Очень хотим узнать, что это. Вот. А если ливень пойдет? Ну ничего, зонтик. Ну это ж вода, высохнет. Все спасет. Мы это начали для того, чтобы сделать в городе что-то интересное, яркое и как-то оживить пространство спортивной набережной, так как в 2013 году здесь было, ну, можно сказать, немножко скучно. И вот мы это начали, стало интересно, людям очень понравился этот формат уличного кинотеатра, и вот мы уже третий год это продолжаем сегодня, несмотря там не на большой дождь, люди собираются, им интересно, значит, мы не зря работаем. Посмотреть дома фильм. Дома скучно. Да. А какой фильм будет показывать? Человек, который изменил все. Что-нибудь слышали о нем? Нет. Да, классный фильм. С Брэдом Питтом. А уже бывали вы на таких фильмах? Да, в прошлом году. Первый раз. Ну вот она первый раз. Фанаты встали в ожидании очередного выхода в следующую стадию. Едут сюда. Ну кто виноват? Джамби или полосатые с восточного побережья? Нельзя их винить за то, что они разграбили курятник. Но что значит курятник? Нельзя их винить? Там парни раздавлены, просто убиты. Это тяжело пережить. Это играли ты прекрасно, ты отлично. Они оставили на поле все силы, они правда играли потрясающе. Но...